Поринули у якісь спогади? Про що таке ви задумалися? Ой, дум у мене много, Оксаночка. И волнений много у меня всегда, потому что сейчас мы увидим, наверное, самый многострадальный, экспериментальный и самый рискованный номер нашего шоу. Но от этого самый лучший и самый дерзкий. Потому что сейчас на эту сцену выйдет певица открытая, X-фактором, но не вписавшаяся в формат X-фактора. Так бывает. Ну, кто может поспорить с тем, что это самая сильная, стильная и дерзкая вокалистка, вокалистка именно нашего проекта? Думать иначе может только человек, который очень мало разбирается в вокальном мастерстве, да и в самом искусстве эстрады вообще. Ой, у меня уже что-то вибрирует здесь. Сейчас. Алло, кто это? О, это ты, дорогая. Ой, ты уже здесь. Все понятно. Она уже здесь. Она, Юлия Плаксина. Никогда не забуду о том, что здесь была дружба. Такая же дружба была и будет у меня. Поэтому никогда не забуду ощущение того, когда я с ним стояла на сцене. Нести цей нелегкий хрест випало саме вам. Помню, что у меня слезы на глазах наворачиваются у него. И я говорю: Дим, я не хочу с тобой сражаться. Вообще не хочу. Он говорит: я тоже не хочу. Ты стоишь со своим другом на сцене, ты понимаешь, что кто-то из вас сегодня двинет домой. У сьомому раунді боротьбу припиняє Юлія Плаксіна. Я помню эту тишину в залі. Просто тишина була і тільки мій голос. Спасибо всім огромне. Фактор, он не забудеться через місяць, через год, через 5, через 15, мені кажется, даже я буду помнити, тому що це глобальна річ. Поэтому эту душу я никогда не забуду. Юлія Плаксіна. Дальше пару снег, все дальше.
буду вспоминать, не буду вспоминать, не буду вспоминать, но почему опять? Сяюча, усміхнена і щаслива. Я дуже рада бачити, що в тебе іскряться очі, як і раніше. З поверненням. Спасибо. Ти бачила, як Сергій Васильович і танцював, і підспівував. Помогав, і я можу да. його зрозуміти. Ти, немов той ураган, підхопила все довкола і закрутила у шаленому вирі. Гарно, зажигательно, мощно. І тільки тепер можна Спасибо. Видихнути. Юля, я знаю, що наставник з тобою працював дуже багато. І мені цікаво, а що найбільше із його порад закарбувалося у твоїй пам'яті? Він мені говорив завжди, от іди. Іди далі. Здесь це добре, да, X-фактор. Це добре, але ти вийдеш за двери, грубо говоря, да? И вот тогда начнется. Ну, в принципе, я могу похвастаться, что началось. Сегодня после нашего супергала-концерта, друзья, в интернет выйдет моя первая сольная песня. Вау! Вот, витаю! Вот я щиро тебе витаю. Что три недельки прошли не зря после выхода меня отсюда. Юлечка, я бажаю тобі вдачі. Ми ніколи тебе не забували і не збираємось забувати, тому що ти невід'ємна частина нашої великої X-родини. Дякую тобі. А це була Юлія Плаксіна. Спасибо. Ігорю, в мене до тебе не